На территории Московской области государственные инспекторы ГИБДД провели профилактические рейды «Нетрезвый водитель», «Детское кресло» и другие. В Ленинском городском округе в мероприятии было задействовано два экипажа ОГИБДД. Местом дислокации выбрали Белокаменное шоссе. Сотрудники ГИБДД проверили документы почти у сотни автовладельцев. Один экипаж останавливал отдельные автомобили, а другой проводил массовую проверку. Остановленная первая машина в потоке преграждала движение всем последующим. Сотрудники быстро проверяли документы, поэтому большой задержки в движении это не вызвало. За 2 часа работы проверили почти сотню автомобилей. Серьезных правонарушений выявлено не было. Лишь у нескольких автовладельцев не оказалось водительского удостоверения. Их отпустили после того, как родственники привезли им необходимые документы.